Здравствуйте, ребятушки, девчатушки. Зашел я, значит, в Counter-Strike. Ну, так чисто случайно зашел, не то, чтобы там... Вы не подумайте, не, я в нее не играю. Зашел я, короче, в Counter-Strike, и что я вижу? Какой-то Katowice 2019 VIP Pass. Блин, насколько я знаю, пас это какой-то пропуск. Там как же есть, там Сиасон пас бывает продают. А тут какой-то Вивер пас. Короче, понятия не имею, никакой инфы до этого не встречал. Какие-то предметы предлагают купить. Так, предметы. Я сначала подумал, что это турнир. Да, турнир. Захожу вот сюда. Так, вот он, Катавица светится. Прогнозы какие-то присутствуют, да? И причем получить какой-то пропуск предлагают. ЦСКА. Так, ЦСКА, чуваки, ЦСКА. Что за пропуск мне предлагают получить? Получите пропуски сейчас. Вивер пас, Катавица. Блин, это не по-русски, я ничего не понимаю. На одного человека я больше, чем на одного, не могу получить. 680 рублей. Это то есть за кота в мешке мне предлагают выложить 680 рублей. Настоящих. Оккупационных рублей. Купить Катавице 2019 Вивер пас. Ну, Вивер. We are the champions, my friend. Вивер, в смысле, победитель. Нет, там как-то по-другому пишется. Как у них там есть песня? The winner takes all. Победитель получает все, а проигравший остается ни с чем, лузером. Ну, это Абба. А тут не винер, а тут вивер пас. Неужели купить? Ну, давайте купим. Вообще, CSGO как бы говна не предлагает. CSGO говна не предлагает. Что тут написано? Запрашивает авторизацию для выполнения. О, наконец-то музыка. Наконец-то музыка исчезла. Почему все не по-русски? А вот, кстати, ребятушки, девчатушки, такая хрень всегда. Когда первое обновление загружается из CSGO, оно всегда на английском. А вот а когда оно уже завтра еще раз переобновится, оно уже будет на нашем, на славянском. Ну, хотя бы на старо. Средства можно вернуть в течение 48 часов. А, можно вернуть в течение 48 часов. Ладно, давай авторизуем. О, у меня на балансе 751 рубль. Да я богатый буратино, однако. Авторизовать. Чё я купил-то, я не понимаю. Активировать пропуск. Куда я купил пропуск? На шо я купил пропуск? Не, ну вообще выглядит так, как будто турнир присутствует. Катавица. Не, ну мы знаем, конечно, в Катавице всегда проводится турнир. Ну как всегда. Последний раз он там был, по-моему, в 15 году. Если мне не изменяет моя староческая алкоголическая память. В 14 был и в 15. Возможно, конечно, путаю. Но в 14 точно был. У меня наклейки есть Катавица 14 года. Или 15. А, кстати, у меня 14 или 15 года. У меня какие-то есть наклейки по 1500 рублей. Но при этом предлагают активировать пропуск. Обычно пропуска активируются на операции, которые CSGO нам позволяет проходить. Чего я сейчас активирую? Я даже не стал ничего гуглить. Я просто пошел во все тяжкие. Ну давай активировать. Activate E-Team Activation Katowice 2019 Viver PS. Cheese E-Team can only be activated once. Блин, ёкерный бабай, я ничего не понимаю. Ладно, поехали. Что это такое? Что это такое? Не, мне, пожалуй, придется ждать перевода. Я не понимаю, что это такое. И activation your coin before the tournament. На турнире на каком-то мне пишут, я активировался. Короче, сейчас за мной приедут люди в масках и скажут... Дядь Саш, come to мир. Come to Geza, вы попали. Я что-то активировал. Причем что-то ядреное за 600 с лишним рублей. Надеюсь, хотя бы выживу. Выбрать команду, смотреть частный... А кстати, у меня есть вопросы. О, это куда меня кидает? О, нет, не мои вопросы. Ну что вы издеваетесь над старым несчастным человеком в пятницу вечером? Я не могу эти вопросы. О, нет, это все не то. Ладно, ждем обновления, когда все наконец-то обновится. Когда я проснусь, утром трезвый, чисто по-пацански понимающий, что вообще происходит. Что вообще в этом мире происходит.
И тогда мы будем уже делать свои ставки. Пока я не понимаю, что происходит. Происходит какая-то лажа. Я, по-моему, подписался на какую-то лажу. По-моему, это не турнир. По-моему, это мне предложили принять участие в турнире, походу. Да не может такого быть. Почему я все-таки в школе изучал немецкий? А? Ну хотя бы французский. Ну хоть чуть-чуть бы понимал. Шолиманш, пассежур, мсье, этвас копек и все дела. Да. Ну ладно. Пойду убью пару террористов, да успокойся на этом. Я надеюсь, вы мне, ребятушки, девчачки, разнесите. Вообще, я вообще ввязался, за что я вообще отдал 6 с лишним нажитых непосильным трудом сотен. Да, на что-то это их отдал, однако. Не, ну а что, прикольно, отдал непонятно что, да? Вы вообще смогли бы вот так отдать непонятно что 6 сотен? Не, ну некоторые бы, конечно, могли, но я тоже смог. Ладно. Желаем вам удачи в игре, остерегайтесь серых схем в турнирах, и будет вам счастье. Увидимся! Пишите вообще, во что я ввязался, я не понимаю, что происходит. Мажор какой-то, 19-го года. Какой-то мажор, в какой-то мажор увязался.